На этой неделе Минфин совместно с Пенсионным фондом России представили пенсионный калькулятор. Это услуга на сайте Пенсионного фонда, с помощью которой большинство из нас смогут рассчитать размер своей будущей пенсии, представить, на что придется жить в преклонном возрасте и, что немаловажно, понять, как и насколько можно увеличить пенсию. Как пользоваться новой услугой, узнавала Ирина Потехина. Впервые формула, по которой рассчитывается пенсия россиян, представлена на всеобщее обозрение, обсуждение и даже апробацию. Если раньше каждый из нас мог только догадываться, что и как отразится на размере будущих денежных выплат, то теперь 8 честных ответов на 8 вопросов программы, кнопка «Рассчитать» и базовый размер собственной пенсии отразится на мониторе. А если вдруг что-то останется за гранью понимания, пошаговая инструкция по расчету тут же на официальной страничке Пенсионного фонда. Для примера возьмем молодого мужчину 1981 года рождения, который 2 года отдал службе в армии и в будущем планирует 2 детей. Он планирует отработать от начала своей трудовой деятельности до достижения пенсионного возраста, он планирует работать 35 лет. Дальше. Ну и, конечно же, он пойдет сразу, как только достигнет пенсионного возраста и всех остальных условий, чтобы прийти к нам на пенсию. Он размещает денежные средства под 2%. Дальше. И зарплата у нас у среднестатистического мужчины, 40 тысяч рублей. Так, это начисленная сумма, еще раз. Итак, вот, нажимаю «Рассчитать». Вот размер пенсии, который ожидает этого мужчину, чьи данные мы забили. 17 102 рубля 39 копеек. Если сумма пенсии не устраивает, с расчетами можно поэкспериментировать. Это очень важно, считают специалисты, что будущий пенсионер уже сейчас сможет понять, как реально увеличить свою пенсию и потом в преклонном возрасте не задаваться вопросами, кто виноват и что делать, когда денег не хватает. То есть на сегодняшний день пенсионный калькулятор показывает, как можно смоделировать свою трудовую деятельность, сколько лет ему нужно отработать для того, чтобы получить такой размер пенсии, сколько лет ему нужно, куда перевести свои пенсионные накопления, чтобы размер пенсии был немного больше. Изменив всего лишь проценты, под которые наш мифический молодой человек положил пенсионные накопления, вместо 2-6, к пенсии прибавилось почти 2000 рублей. Но, конечно, основные параметры, которые наиболее существенно влияют на размер пенсии, это стаж и заработная плата. Причем зарплата только официальная. Денежные выплаты в конвертах не в счет. Каждый из нас ждет это светлое будущее, когда наконец-то он перестанет ходить на работу и будет получать себе пенсию. То есть для того, чтобы наша пенсия была достойной, я считаю, что каждый человек должен пройти на страницу официального сайта Пенсионного фонда и попробовать рассчитать размер своей пенсии. Пока пенсионный калькулятор разработан не для всех категорий населения. К примеру, рассчитать по нему пенсию предпринимателей или военных не получится. Те, у кого тяжелые условия труда, а это в том числе и северяне, пока получат лишь примерный расчет без учета северного коэффициента. В окончательном варианте пенсионный калькулятор должен появиться к 2015 году и стать одной из составляющих стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России. По сути, новой и далеко не первой пенсионной реформы, которая предложена стране за последние десятилетия. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.